Бүгінгі үкімет отырысында сіздердің назарларыңызға Ақпарат Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарлама жобасын ұсынуды рұқсат етіңіз. Бағдарлама президентіміздің Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам мақаласында берген тапсырмасына сәйкес мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесе отырып әзірледік. Бағдарламаның негізгі мақсаты ақпарат қоғамға көшу үшін жағдай жасау. Цели программы информационного Казахстана состоят в следующем. На слайде как раз они показаны. Это обеспечение эффективности государственного управления через внедрение информационных технологий. Это обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества. А также о развитии отечественного информационного пространства расскажет мой коллега Дархан Манбай. С точки зрения эффективности системы государственного управления предполагается целый ряд мероприятий, включающих в себя и принятие новой редакции закона об информатизации, внедрение единой архитектуры электронного правительства, внедрение облачных технологий, создание единой информационной аналитической среды, внедрение мобильного правительства и других мероприятий, которые на самом деле будут влиять на в целом улучшение эффективности государственного управления через внедрение информационных технологий. Только на примере облачных технологий, на следующем слайде я хотел бы показать, как будет повышаться эффективность государственного управления. Благодаря облачным технологиям, так называемым G-Cloud технологиям, снижение затрат на разработку программного обеспечения будет обеспечено в районе 19%, а снижение затрат на именно оборудование, на серверное хозяйство мы сможем изменить до 58%, уменьшить на 58% за счет, опять же, консолидации, виртуализации сервера. Снижение затрат на электроэнергию, я докладывал об этом на совещании, посвященном энергообеспечению, энергоэффективности. Вот благодаря этим клауд-компьютингу, облачным технологиям мы сможем снизить затраты на 25%. Четыре раза время простое уменьшим и, конечно же, будет оказано влияние на информационную безопасность. С точки зрения доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры, то здесь хотел бы сказать то, что утверждена соответствующая дорожная карта, которая предполагает развитие новых технологий как в городе, так и в селе. Если говорить конкретно о городе, то 3G, 4G и FTTH технологии будут внедряться. С точки зрения села, CDMA, 2G, GPRS технологии будут внедряться, которые позволят нам достигнуть тех показателей по покрытию интернет-инфраструктуры, по пользованию интернет именно инфраструктуры до 75% в 2020 году. С точки зрения развития национального цифрового телевидения, в соответствии с поручением главы государства, в свое время этот проект был реализован. Спутниковое телевидение уже сегодня функционирует, 200 тысяч абонентов, а это более 800 тысяч жителей сегодня имеют возможность смотреть это телевидение. С точки зрения эфирного цифрового телевидения, уже 5 городов сегодня имеют возможность получать это телевидение, а 13 областных центров в этом году мы собираемся охватить. Далее, до 2015 года предполагается охват населения до 95%. С точки зрения развития информационного общества, конечно же, очень важно развивать такие проекты, которые в целом влияют на человеческий капитал. Это такие проекты, как внедрение электронного образования и e-learning. И здесь активная работа и сейчас проводится, и в рамках этой программы она будет продолжена. 581 школа уже в 2012 году будет подключена к электронному образованию. Эта программа, конечно же, я хотел бы сказать, проводимая Министерством образования. Мы, Министерство транспорта и коммуникации, оказываем техническое содействие. В 2015 году 50% школ будет охвачено данным электронным образованием, и в 2020 году 90% всех школ будут иметь уже такие системы, которые будут, конечно же, влиять на в том числе и качество образования.
С точки зрения электронного здравоохранения, я хотел бы сказать то, что, опять же, эта программа реализовывается Министерством здравоохранения. Мы здесь оказываем техническое содействие. В 2012 году будет подключено 186 объектов, 200 объектов до 2016 года. И, конечно же, эта программа будет развиваться в рамках этой большой программы информационного Казахстана. Хотелось бы, конечно же, сказать о том, что это ресурсы, которые будут развиваться вот в Министерстве образования, Министерстве здравоохранения, но в то же время и Министерство транспорта и коммуникации будет в рамках информационного Казахстана развивать такие системы, как интеллектуальная транспортная система, Министерство сельского хозяйства будет развивать систему, которая будет позволять как раз-таки в агропромышленном комплексе сформировать информационные ресурсы. И многие государственные органы на сегодняшний момент будут активно продвигать информационные ресурсы в развитие своих отраслей. А в то же время хотел бы сказать, то, что общим вопросом является электронная коммерция, и здесь будет активно продвигаться именно электронные платежи в интернете. Для этого будет принят закон об электронной торговле. Будут все созданы технические составляющие, в том числе и система онлайн-оплаты, в том числе и логистические каналы, и курьерские службы. И, конечно же, это позволит нам создать здравую систему электронной коммерции, которая в целом просто необходима для развития общества. Показатели внедрения, которые характеризуют развитие информационного Казахстана, показаны на следующем слайде. И после этого слайд будет тоже демонстрировать в целом развитие информационного Казахстана. Но останавливаясь на этом слайде, я хотел бы сказать то, что бэк-офис, государственные служащие будут порядка 60% по итогам уже 2013 года подписывать документы без дублирования, без бумажного документооборот, порядка 100%, 50% в 2013 году, а в 2014 году уже 100% будет согласовываться нормативных правовых документов в электронном виде. Электронная почта будет сформирована для государственных служащих. С точки зрения фронт-офиса, с точки зрения оказания услуг от государства населению, government to citizens, будут сформированы все ресурсы, которые уже в этом году предполагают лицензии в электронном виде только выдавать, и это уже 100%. Разрешительные документы в электронном виде будут выдаваться 100% в 2014 году. А с точки зрения социально значимых услуг, в 2012 году 60% будут предоставляться в электронном виде, а в 2013 опять же 100%. И, конечно же, будет целое направление в рамках этой программы, которое будет характеризовать развитие мобильных приложений и переход потихонечку в, так будем говорить, в мобильное лоно предоставления услуг электронного правительства. Завершая свой доклад по программе «Информационный Казахстан», хотел бы сказать то, что благодаря, и не только благодаря, а в том числе эта программа повлияет на то, что Казахстан сможет в рейтинге Doing Business подняться на более высокие места. И согласно вот тех показателей, которые нам определили вышестоящие организации, не ниже 35% будет Казахстан позиционироваться. Индекс электронного правительства не ниже 25%. Доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в домохозяйствах Республики Казахстан 100%. Количество пользователей сети интернет 75%. И, как я сказал, охват эфирного цифрового телевидения населения 95%. Эта программа была обсуждена очень много с общественными организациями, были проведены соответствующие заслушивания, соответствующие слушания общественные, и в целом нашла достаточно хорошую поддержку со стороны всех ассоциаций, со стороны всех представителей IT-организаций. Благодаря за то, что вы послушали этот доклад, я хотел бы сказать то, что прошу вот эту вот программу поддержать и соответствующие голоса дать в поддержку этой программы. Спасибо.